До ремонта площадка была почти без покрытия, оставались маленькие куски резиновой крошки, которая была до этого сделана. Использовали мы, конечно, ее полностью, постоянно, самостоятельно. Школьные стадионы несколько лет уже являются центрами притяжения. Второй год подряд на объектах, опять же таки, школьной территории стали появляться спортивные площадки. Мэром уже было озвучено о том, что эта инициатива будет продолжаться и в последующие годы.